У нас-то все нормально. Зоя Ивановна уже вам комнату отдельную приготовила. Диван купили, так что из аэропорта сразу к ним поедем. Дань, ну как можно было ни разу не позвонить? А, Дань, ну, совесть есть. Ну, конечно, я волнуюсь. Я понимаю, что вам некогда. А экскурсии вы ездили какие-нибудь? Дань, а море теплое? А? Все, беги, сынок, беги, целую тебя. Нюся, привет! Что, времени на мать не хватает? Медовый месяц. Не мое это дело, Леночка, конечно, советы давать. Но я бы на твоем месте этой женитьбы не допустила. Я через это прошла, и поверь, мой Антон мне теперь за это только благодарен. Простите, а за что он благодарен? За то, что ваша внучка растет без отца? Ну, во-первых, она мне не внучка. А во-вторых, я мать. Получше некоторых знаю, что хорошо для моего сына, а что плохо. Своих сначала надо завести, потом уже умничать. Сонь! Ну, зачем вы так, а? Ну, а как, Леночка, как? То, что ей в жизни не повезло, это не моя вина. Но понять она нас с вами вряд ли сможет. Для сына главное – это мать. А вот эти все Альбины и Нюси – это все приходящие. Звучит, конечно, обнадеживающе. Но лично я в том, что мой сын любит эту Нюсю, ничего плохого не вижу. Угу. Ну, любит же. И мешать им не собираюсь. Ну, это ты сейчас так говоришь. Пора начинать привыкать. Свекровь должность обремените. Ну, ничего. Как-нибудь. Тебе плохо? Не-не-не, все нормально. А кофе можно? Можно. Ты когда последний раз у врача была? А что врачи? Бронхиальный астма на всю жизнь. Не бывает ничего на всю жизнь. Тем более болезнь. Да не обижайся ты на нее, наш Ванесса. Лен, я все прекрасно понимаю. Ну, не родители должны решать то, что лучше для их детей. Ты, надеюсь, не будешь такая, как она? Сонь! Лен. Нюся, она не совсем же плохая. Да нет. Она, конечно, вздорная, с характером, немного эгоистка. Полная. Это надо было так уродиться. Все для себя. Софья Андреевна, вот вы где. Извините. Ничего. Я хотел... Александр Николаевич, я прекрасно помню про отчет, но у меня есть еще полчаса. А что это с Софьей Андреевной? Александр Николаевич, ну вы столько лет работаете в женском коллективе. Ну, немножко чуткости. Нет, ну ничего себе у твоего Сережи армейские дружки. А ты хоть поинтересовалась, в каком она звании? Подожди ты. Сонь, ну подвезла она его, и что? Да какая разница, что? И так все понятно. Сонька, вот сколько раз я тебе говорила, не нужен тебе этот Сережа. Что ж ты орешь-то, а? Сонь, свекровь знает? Да все она знает. Еще бы. Эти двое только и ждут, как от нее избавиться. Да они как хорошо устроились. Она им и зарплату таскает, и ремонт делает, а он с больной спиной по бабам шляется. Может быть, не было никакой бабы? Сонь, что ты видела? Ничего не видела. Вообще боялась туда посмотреть. Может, она подвезла его просто? Да? Ты думаешь? Конечно. Конечно. Давайте, обманывайте себя. Сонь. Сонь, ты что? Соня? Сонь. Сонь, что с тобой, Сонь? Да не, девчонки, я сама виновата. Со мной не то, чтобы спать со мной, жить неинтересно. Сонь, ну что ты несешь? Ну что ты несешь? Да я знаю, что несу. У меня кроме Сережи больше никого нет. Как нет? Мы есть. Ну, конечно, вы.
А так, по сути, что было в моей жизни? Интернат, институт и Сережа. Вот, Соня, вот учу я тебя, учу. Не ты должна любить, а тебя. И они должны бояться. Поэтому Сереже мы еще устроим сюрприз. После которого он на других водителей смотреть не захочет. Ну что, обои-то будем клеить? Сохнут. Угу. Спасибо. Слава богу, доехали. А то меня в этих пробках прямо укачало. Ну чего, чемодан-то в прихожей. Вынесите прямо в комнату. Какой ремонт мы вам сделали. Все новое. Валера полы циклевал сам. Я занавески подобрала в тон обоев. Зоя Ивановна, да пусть чемоданы пока здесь постоят, а мы давайте вам лучше фотки покажем, а? Заодно и отдышимся. Нюсь. Как скажете. Нюсь. Паша пишет, извиняется, работы много не успеет. Ну что, мы не понимаем, что ли? Валера тоже только через 2 часа придет. Вера, ну прости меня, я трещу как сорок. Просто как Нюсенька вот уехала. У нас как замерло все. Сидели с Валерой как 2 сыча. Но зато теперь дети с нами. Я тебя обидела-то? Да нет. Ой. Теперь мы будем как 2 сыча. Мы теперь все сообща. И каждый выходный, чтоб у нас договорились. Данечка! Пойдем, пойдем, мам. Пойдем, я тебе занавески покажу. Мой отпуск. Смотри, садись. Смотри, вот Нюсю, Саград фамилия. Мам, тебе обязательно надо там побывать. Там так красиво. Угу. Обещаешь? Угу. Хорошо. Ну чего ты? Класс? А что такая невеселая ты, Нюсь? Барселона не понравилась? Понравилась. Только деньги, потраченные на какие-то дурацкие экскурсии, мы могли бы потратить на покупку мне кожаной куртки. А, какие молодцы, в Европе побывали. Мы с Валерой только в военном санатории под Рязанью. И то, когда это было, вот, ты еще не родилась. Ну все, 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 пойдемте, я вас буду кормить. Не, не надо. Как не надо? Вы что, голодные останетесь? Зоя Ивановна, да. Мам. Тут такое дело, мы с Нюсей посоветовались и решили, что нам пока удобнее будет у нас пожить. Если вы с папой не против, конечно. Нет, мы не против, но... Мам, ну а чё, на самом деле, зачем нам черти откуда переться, когда у них универ рядом с домом? Да. Да. Конечно. Рядом. Угу. А папа, он... Ему не понравится. Ну, так ты сама ему все объяснишь. Так, ладно, нам надо вещи собрать. Пойдем. Мам, спасибо большое. Зоя, я вообще... А как же ремонт занавески? По вызову? Липовая 19? Да-да-да, это мы. На, ты чего? А почему снова ко мне? Почему не к тебе? Ко мне? Это что, так принципиально? Для меня – да. Ты обо мне знаешь почти все, а я тебе – ничего. Это, по-моему, здесь совсем не место и не время для выяснения наших отношений. Я и предлагаю поехать к тебе и все выяснить. Ладно, понятно. Ситуация стандартная. Только я в эти игры не играю. Мы едем или нет? Да, я еду. А мужчина вызовет себе другое такси. И вот, поужинайте вместе с женой. Я вообще-то на работу опаздываю. Ну, я вообще-то тоже.
Слушай, может, ей как-то намекнуть, но каждое утро так. Ну, если ты хочешь все выходные проводить с Валерием Петровичем, рискни. Леночка, ну откуда такая страсть к самопожертвованию? Вообще ни при чем. Теория разумного эгоизма. Не надо портить настроение другим, сам будешь жить спокойно. А, то есть ты хочешь опоздать на работу в хорошем настроении? Хочу, чтобы в доме был мир и покой. Не, я ей все-таки скажу. Доброе утро, Нюся. Угу. Доброе утро. А молоко есть? Конечно. Что, и без сахара, что ли? Вот. Что это? Подарок для твоего Сережи. Я это не надену. Почему? Перед таким комплектом ни один мужик не устоит. Ладно. Хотя тебе больше пойдет вот это. Не знаю. Я лучше с ним поговорю. Поговорить у него и так уже есть с кем. И вот этого добра, я думаю, там тоже навалом. Это унизительно. Думать о мужчинах, как о животных. Не о твоем мужчине еще думать. Он у тебя бездельник. Это у него временное состояние. А, понятно. Баба в машине тоже временное состояние? Может, там и нет никакой бабы. Ты же сама говорила, что видела. Ничего я там толком не видела. Ну, тем более надо брать. Для профилактики. Рит, вот это мы берем. Пробей. А то вот сделаешь ремонт в квартире, а он туда въедет со своей новой пассией. А свекровь куда им денут? Да, просто. Про свекровь-то я забыла. Да, в таком случае я новой пассии не завидую. Над, ты с ума сошла? Рита, чек мне отдай. Да, конечно. Пожалуйста. Это из новой коллекции? Из новой. Я бы себе такое купила. Ты к Рите прислушайся. Она в этом деле разбирается. Пойдем, я тебе туфли еще покажу. Я с тобой в жизни не расплачусь. Разберемся. Павел, ну объясни, что все-таки у вас там происходит? Мам, Лена считает, что все наладится. Нужно только притереться. Только дома находиться с каждым днем становится невыносимо. Ну, приезжай почаще ко мне. У меня тихо, я тебя накормлю, напою. А то ты так скоро совсем забудешь, как мать выглядит. Мам, что ты такое говоришь? Я к тебе готов каждый день приезжать, с удовольствием. Я только боюсь Лену один на один оставлять с этой... Галочка, здравствуй. Здравствуйте, Тамара Александровна. Павел Данилович. Здрасте. Мы только час назад виделись. Я вам, кстати, на почту скинул статью Галлингера по апоптозу. Прочтите. Очень интересные выводы есть. Сегодня вечером обязательно посмотрю. Галочка, как мама? Я что-то давно ее не вижу. Все в порядке. Они с папой все время на даче. Я пойду, вы извините. До свидания. До свидания. До завтра. До завтра. Надо же, вот кто бы мог подумать, что вот эта вот худышка, помнишь, как она носилась тут по двору? Да. Будет у тебя писать диссертацию. Мам, дети растут, мы стареем. Это я про себя. Кто бы говорил? Ты вселяешь меня уверенность. Ну, а для чего еще нужны мамы? Ой, мамочка. О, мам, привет. Привет. Ну, наконец-то, а то я уже проголодался. Что у нас здесь? Ну, а чего вы сами-то не приготовили ничего? Да Нюся хотела, но потом подумала, вдруг ты обидишься, что кто-то хозяйничает на твоей кухне. Ну, мало ли, все эти дела, женская солидарность. Поняла. Ну, ты знаешь, передай, чтобы она себя чувствовала. Таня! Так.
Лена, ты знаешь, что я стою на пороге большого открытия? Ты помнишь Галю Макарчук? Соседка наша по подъезду. Так вот, она вот теперь у меня в аспирантуре работает, и она добилась таких результатов. Та что, влюблена в тебя с 10-го класса? Влюблена? Тамара Александровна меня тут же проинформировала. А, понятно. А ты что, ревнуешь? Нет, 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 сильно. Даня, Нюся, ужинать! Аккуратно. Вот. Па, привет. О, а поворотись-ка, сынку, дай посмотреть на тебя, а то в последнее время только в очереди в туалет встречаемся. Очень смешно, пап, у меня вообще диплом на носу. Почему яичница? Да. Почему яичница? Это все, что я успел приготовить. Я еще гору посуды вымыла. Это что такое? Ты куда? Мы в комнате поедем, мы сериал смотрим. Спасибо, мам, приятного аппетита. Сериал они там смотрят. Ой, не дома, а общежитие какое-то. Ну почему нельзя вместе поужинать, как в нормальной семье? А что ты мне это рассказываешь? Значит, у нас ненормальная семья. Леночка, а как же теория разумного эгоизма? По-моему, мать, ты начинаешь терять оптимизм. Не знаю, что там насчет оптимизма, но чувство юмора явно потеряно. Извини, пожалуйста. Приятного аппетита. Тебе тоже. Слушай, Галя, талантливый человек. Талантливый. Может, телек здесь повесим, а? А надо. Выпил, но домой пришел. Это плюс. Где деньги? Это вопрос философский. И так сразу на него ответить я не могу. Прекрати поясничать. Где деньги, которые в коробке лежали? Ты хоть понимаешь, что это все, что было у нас? Ой, да ладно, все. Ты не знаешь, что они у тебя по всей квартире заначены. Очень хорошо, что ты об этом знаешь. Ну, ты мог у меня хотя бы по-человечески попросить? Нет, я не мог. Мне надо было. Знаю я, для чего тебе надо было. Что ты знаешь? Так, ну что у вас тут, а? Ну, что ты развалился? Ты пьяный, что ли? Довела мужика, а? Он меня деньги украл. Что? Ты соображаешь, что говоришь-то? Как ты украл? Мой сын ничего украсть не может. У него крали. Да. А ты что ж теперь, так от мужика избавиться решила? Спасибо тебе, доченька. Так, мать, не шуми. Что значит не шуми? Ты что, правда взял, что ли? Взял. Зачем? Я тебе подарок хотел сделать на день рождения. Сюрприз. А деньги я бы с первой получки положил. Я думал, ты не заметишь. А ты заметила. Жаль. Жаль, Сонька, что ты мне не веришь. Как же нам с тобой жить дальше, а? Сереж, ну прости меня, пожалуйста. Я черт знает, что подумала. Я же не знала. Ладно, все, ладно. Давай спать. Мама. Спокойной ночи, дочка. Доброе утро, Ванесса Григорьевна. Утро. Доброе утро. Вижу, утро недоброе. Я сделаю тебе кофе. Покрепче, пожалуйста. А можно без воды? Лена, я тебя не узнаю.
Нет, я, конечно, все понимаю, ты мать, и судьба твоего мальчика тебе не безразлична, но все же надо как-то относиться к себе уважительно. А то так и помереть недолго. Уже лучше. Жилплощадь достанется. И твоей Нюсе просто так жилплощадь не нужна. Ей со служанкой подавай. Лен, нужно поставить ее на место. Не ругаться, а просто объяснить. Что объяснить, Ванесса Григорьевна? Что? Что посуда сама себя после ужина не помоет? Что в ванной нужно хотя бы убрать за собой? Что курицу-то она сама вот не пожарится никак? Ну, зачем же так откровенно? В этом деле надо быть умнее. Ты женщина. Поставь ее в свое положение. Привет. И посмотри, что из этого получится. Что получится? Ничего, Соня, не получится. Ничего. Ничего. Да, Нюся? Очень поздно буду. Ну, потому что проверка. Проверка документации. Проверка документации. Как что вы будете есть, Нюсенька? Во-первых, полный холодильник. Курица размораживается, под раковиной картошка. Кстати, Даня любит пюре. В общем, я побежала документацию готовить. Ну вот, будем считать, что укрощение строптивно. Началось удачно. С курицей переборщила. Да нет, в самый раз. Я тобой горжусь. Подожди, что она еще из меня приготовит? Маша, я действительно не понимаю, в чем я перед тобой на этот раз виноват. Какое еще внимание тебе нужно? Да ради бога, пожалуйста, если так решила, я согласен. А что ты хотела еще от меня услышать? Извините, доброе утро. Доброе утро. Ничего, ничего, мы все понимаем. Софья Андреевна, Софья, задержись, пожалуйста, вы мне нужны, хорошо? Извините. Маш, перестань кричать, пожалуйста, я тебе перезвоню, хорошо? Еще раз извините. Софья Андреевна, мне срочно нужны бумаги по аудиторской проверке импортбанка. Я понимаю, что я просил только вчера, но сейчас конец месяца. Не то чтобы я вас очень торопил. Александр Николаевич, документы лежат у вас на столе. Когда вы все успеваете, Софья Андреевна? Да, Маша. Успокоилась? Ну, а сейчас-то по какому поводу вещи собираешь? Что опять случилось? Знаешь что? Катись-ка ты куда хочешь. Донат. Лен, у меня прямые поставки прямо из Италии. Пришло время себя любить. Над, ну... Никаких «но». Я не хочу слышать ни про уборку, ни про стирку, ни про готовку. Бери Соню живо ко мне. Слушай, я знаю, что мы приедем. Ух ты, как быстро согласилась, что Даня развелся или Нюся постриглась в монахини? Нет, все намного проще. Провожу маленький психологический эксперимент. О, это уже интересно. Ладно, приедешь, расскажешь. И давайте там поактивнее, не задерживайтесь. Над, распишись, пожалуйста. Вот здесь вот. Сонь, Надка звонила, у нее там какие-то поставки из Италии. Пойдем? Не, денег нет. Домой надо. Ну, а что денег? Не обязательно покупать. Намеримся. Нет, не сегодня. Леночка, прости, пожалуйста, а моему Антону Ната не смогла бы помочь? Он у меня врач, зав. Отделением скоро станет, а ходит непонятно в чем. Может, она бы выступила в роли стилиста? О, конечно, это она может. Да? Знаете, что сейчас? Вот, пишите, это тут вот адрес, телефон. Пускай заезжает. Спасибо. Угу. Всем пока. Пока. Пока.
Что, перчаточки хорошие какие, да? И размер мой. Нет? Или как? Над этим? Да, давай попробуем этим. Лен, пожалуйста. Ну куда я на таких каблуках? Над! Рит, а принеси-ка ей галоши. Удобно, практично, главное, недорого. Ай, у нас нет галош, Лен. Придется мерить шпильки. Я померяю. Чтобы ты убедил, что я и эти туфли — это абсурд. Добрый день. Здрасте. Я могу вам чем-то помочь? Да, мне нужна Наталья Борисовна. Ната. Антон. Лена, здрасте, рад вас видеть. Да-да. Вот Наталья, с Борисовной это вы погорячились, моя подруга. А это Антон, сын Ванессы. Можно просто Ната. Антон. Очень приятно. А я Рита. Очень приятно. Мама сказала, что вы можете мне помочь. Я, честно говоря, в моде не очень. Может. Она может все. Ты давай мери, не отлынивай. Господи, страшная женщина. Дружу только потому, что у меня здесь 50% скидка. У вас тоже будет скидка. Это я удачно зашел. Рит, проводи молодого человека на второй этаж. У нас там мужская одежда. С удовольствием. А вы? Я подойду попозже. Идемте, идемте. Какой симпатичненький доктор. Ну-ка, ну-ка, повернись. Что, повернись? Ну, давай, давай. Не то, что ходить, я стоять на них не могу, нет. Ну, что? Я беру перчатки. Так. Ла-ла-у. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Привет. А ты что? Да вот, хозяйничаю, домой пришел. Горы посуды грязной. Курицу разморозили. Новое блюдо. Курица а-ля сырая. Приятного аппетита. Ну все. С меня хватит. Нюся! Нюся! Надо поговорить. Поговорить надо, Нюся. Зачем? Скажите мне, зачем надо было устраивать этот дурацкий скандал? Никто ничего не устраивал. Просто когда люди живут вместе, ой, нужно хотя бы уважать друг друга. Я не говорю уже о помощи. Угу. Лен, ну что ты перед ним оправдываешься? Ты думаешь, он понимает, о чем ты ему говоришь? Я прекрасно понимаю, пап. Я прекрасно понимаю, что ведьма мы для вас в этой квартире обуза. Извините, что так получилось. А если речь идет о деньгах, мама? Так вот, я с завтрашнего дня устраиваюсь на работу. Какая работа? Какая работа? У него диплом. Да ну же этот диплом. Хорошие айтишники и так везде нужны. Во всяком случае, у вас не будет повода постоянно попрекать нас с Нюсей. Никто никого не попрекал. Я просто попросила ее раз в неделю что-то сделать по дому. Не надо для нас, для себя. Спит все время. Она спит все время, потому что она беременна. Мне казалось, ты как мать могла бы сама об этом догадаться. Лена, ты станешь бабушкой.
Нет, ты дедушка. Нюся! 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 Что-то Лена задерживается. Так она повезла Нюсю в женскую консультацию, а там всегда очереди. Вот повезло-то ей. Не успела свекрови побыть, уже бабушка. 40 лет. А знаешь, что нашла? Дома во время уборки. Подарок, который мне Сережа купил на день рождения и спрятал, чтобы я раньше времени не увидела. Сережа, подарок. Соня, ты наивная. А купил он его на твои деньги, да? Над, ну какая разница, на чьи деньги он это сделал? Большая разница, Соня. Надо, ты была не права. И я тоже ошибалась. У Сережи никого нет. Вообще, за последнее время он очень сильно изменился. Он у тебя последнее время не раз менялся. Да все не в ту сторону. Он работу нашел. А мамаша его малахольная когда от вас переедет? В общем, такой, какой есть. У меня восточных красавцев нет, как у некоторых. У некоторых их тоже уже нет. Как? Я не хочу об этом говорить. Да. Чего же нам так не везет? А почему это нам не везет? Это им не везет. Мы с тобой, Соня, самые счастливые. Счастливые? Да. А если не были, то обязательно будем. Над. Ты такая замечательная. Ой, да ну тебе. Ну правда. Солнышко. Так, аккуратно. Скользко. Давай. Пойдем, пойдем, пойдем. Я жирная. Ну, хватит уже, а. Надо больше ходить, а не лежать. И ребеночку полезно, и тебе для ног. Ой, здравствуйте. Здравствуйте, Леночка. Здрасте. Я смотрю, у вас прибавление намечается. Да, можете нас поздравить. Это наша Нюся, а это соседка Валя, ее мама. Очень приятно. Здравствуйте. Как вы? А, она ничего, она держится, только ничего не слышит. Мы жестами, да? Жестами, жестами. Замерзла, поняла. Домой идем. Пойдем. Счастливо. До свидания. Сильно заметно, да? Ну, конечно, заметно, глупенькая. Что ж ты хотела? А что стыдиться? Да я не стыжусь. Просто одеться не во что. Все неудобно, все мне не лезет. Даня на меня вообще не обращает никакого внимания. Понятно, сам себе противно буду. Тошнит все время. Когда это закончится? Я не знаю, у всех по-разному. У меня вот вообще не было. Везет он. Да. Мне вообще везет. Все один да один. На работе пропадает сутками. А дома все в компьютере. Что говорить? Господи, вы о нем как о маленьком ребенке. У него, между прочим, дочь есть. Так, давай сменим тему. Давайте. Я вот подумала, может, у тебя среди знакомых есть какая-нибудь приличная девушка? Ладно, с Григорьевна, какая-нибудь не всегда бывает приличной. Ну, что ты придираешься к словам? Прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Главное, чтобы она нравилась. Вам? И ему? Учитывая прошлый опыт, хотелось бы, чтобы обоим. Так что я на тебя надеюсь, Леночка. Всего доброго. Боюсь не оправдать. Моя Рита? Что ты так сопротивляешься? Ну, не знаю. Ну, почему она? А кто? Не знаю. О. Красивая, одинокая. Да. Я бы сказала, скорее в поиске. Вот. И потом Антон ей явно понравился.
А ты-то откуда знаешь? Это ж я наблюдательная. Ну, да чего девчонки жизнь портить с такой свекровью, как Ванесса? Вот не тебе с ней жить. Ну, знаешь, я потом виновата останусь. Такой парень хороший. Ну... А это что у вас, потолок протекает? Нет, это у нас Нюсина ноу-хау. Ну, чтобы было удобно свой токсикоз, так сказать, ну, в любом месте квартиры. А, до туалета никак. И как ты живешь в этом маразме? Веселюсь. Ну и где сейчас Нюся? Ее Даня выгуливает. Это вместо того, чтобы заниматься. Все, надо, не надо, иначе я... Давай лучше про Риту. Ли, но без тебя в эту авантюру со сводничеством я вмешиваться не стану. Наточка, я бы с удовольствием. Ну, у меня вот тазики. Потому что если не я, то Даня. Но не так уж Нюся и плохо. Нюся. Нюся лучше всех. Лен. Ой! Это я, привет. Господи, как неожиданно, Зоя. Еле добралась. Давай помогу. Боже мой, как ты это тащишь? Подожди, подожди, она... Сторожи, это банки. Ты извини, раньше никак не получалось. А тут Валеру в командировку послали. И я сразу к вам помогать приехала. Ой, Наточка, привет. Здравствуй, Зоя. Ну, вот тебе и помощница. Так вовремя. Да. Скажите, как я выгляжу? Нормально? Хорошо. Господи, я-то чего волнуюсь? Отлично выглядишь. Значит так, мы заходим, садимся, мы с тобой поговорили и ушли. Ага. А я? Что ты? Ты что пришла делать? Знакомиться? Будешь продолжать знакомиться? Девочки, он нас заметил. Но врит. Теперь все зависит от тебя. Угу. Пошли. Пойдем. Угу. Добрый вечер. Привет. Какая неожиданная встреча. Здрасте. Можно мы присядем? Да-да, конечно, присаживайтесь. Я очень рад. Я хочу с Натой сидеть. А, поменяемся? Да, давай поменяемся. А мы с мамой договорились встретиться, поужинать. Она опаздывает. Да. Извините, а? Кстати, мама. Да, мам, привет. А, как не приедешь? Хорошо, я тебе перезвоню. Мама не приедет? Ай. Ну, может, что-нибудь закажем? Да, я так проголодалась. Ага. По кофейку? Да, мы по кофейку. Да, с молочком. Можно? С удовольствием. По кофейку. И вот эти бандиты довозят меня, совсем девчонку, до самой границы, еще помогают выгрузить сумки. Как интересно. Вы такая хрупкая. И сами свой бизнес в одиночку поднимали. Не страшно было? Это в налоговой страшно. А с бандитами все просто, по понятиям. Антон, скажите, а вы какой врач? Ну, говорят, что хороший. Я не сомневаюсь, что хороший, а по специальности? Я пульмонолог. Как необычно, да? Да нет, совсем обыкновенно. Я помогаю людям свободно дышать. Антон, вы нас простите, нам с Леной пора. Да. Как, вы уже уходите? Да. А я совершенно свободна и могу составить вам компанию. Подождите, а здесь в ресторане подают замечательный десерт. Лена, Ната, я просто не могу вас отпустить, пока вы не попробуете. Я прошу вас, останьтесь. Пожалуйста. Заказывайте ваш десерт. Мам? Ты что, такой возбужден? Что? Что? Ничего. Просто у меня сегодня хорошее настроение.
Добрый вечер. А если быть точным, то 2 часа ночи. А ты что не спишь? У тебя совесть есть? Ладно, я волнуюсь. Танюсь, подумал? Подумал. Да? Тебе напомнить, что она беременная? Что теперь? А то, что в этом состоянии, ей совсем не надо волноваться. Не особо-то она и волнуется, подумаешь. Может, я на работе задержался. Ну да, на работе. Да, на работе. В конце концов, у меня тоже могут быть свои дела. Ну, просто мне надоели все эти обмороки, тазики. Я ведь тоже человек, ты меня понимаешь? Я тебя понимаю, ну что ж ты хотел? Сначала все так красиво, а потом начинаются обмороки, тазики. А дальше прибавляй бессонные ночи, свинки, куклюши. Но ведь кроме этого должна же быть какая-то нормальная жизнь. Сыночек, это и есть жизнь. Просто мне не всегда удовольствие, иногда бывают обязанности. Не знаю, мам, я как-то себе все это не так представлял. Ну, это твой выбор. Я тут не вправе тебе что-либо говорить. Да, прости, мам. Какой же ты мне еще маленький. Ой, фу. Иди быстро, ложись спать. Спокойной ночи. Как больно! Мамочка! Ой, не могу! Мам, пап! Скорее, там Нюся умирает!